Ежегодно 19 января в свой профессиональный праздник, который совпадает просто с крещением, мы окунаемся в прорубь, тем самым и закаляем свою и силу духа, и тем самым ее и проверяем. Поэтому, в общем-то, ничего здесь страшного нету. На самом деле, это для каждого человека вполне полезная процедура, конечно же, если нет медицинских противопоказаний. Поэтому всем советую. Бояться не стоит, но надо проконсультироваться у врача прежде всего, потому что это на самом деле стресс для организма. Пусть и полезный стресс, однако при определенном перечне заболеваний этого делать нельзя. Поэтому уточните у врача, если противопоказаний нет, то вперед, не стоит бояться. Хорошее ощущение, очень нравится, адреналин, бодрость. Я хочу сказать, это просто преодоление себя. Не надо. Не надо.